больше допуст. А в США начали раскрывать доходы госслужащих. На официальном сайте Дональда Трампа появилась специальная анкета. После ее заполнения любой американец сможет получить доступ к финансовым отчетам того или иного высокопоставленного политика. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что рассылка сведений станет доступна в ближайшие часы, причем опубликуют самые полные данные. Размер зарплаты, активы, совместное имущество с супругами. Нововведение касается тех сотрудников Белого дома, которые зарабатывают больше 160 тысяч долларов в год. Напомню, после своего прихода к власти Трамп пригласил на работу в администрацию нескольких очень состоятельных людей. Журналисты уже успели назвать их самыми богатыми из когда-либо работавших в США чиновников. Публикация их прошлых доходов по замыслу Белого дома даст понять рядовым гражданам, от чего пришлось отказаться нынешним чиновникам ради работы на благо страны. В США, напомню, госслужащим запрещено заниматься бизнесом и владеть коммерческими активами.